Доброго времени суток. Сегодня на обзоре еще одна редкая монета Украины. 1 гривна. Чем же она необычна? Во-первых, это монета наборная. И год у нее 2013. Это последний год выпуска монет такого типа. 1 гривна. Еще раз повторюсь, это монета наборная. Выпускалось в наборе детские рисунки, в которой была еще 1 гривна Владимир Великий и жетончик. Больше в этом наборе не было ничего. Вот такая вот интересная гривна наборная. Довольно-таки редкая. Как в наборе, так и уже вынута оттуда. Вот видите, вот такая вот уже патинка на ней появилась. Красивая. Ну, это как бы очень дорогая и редкая монетка Украины. Только из-за года и тиража. Ну, вот как-то так. Спасибо всем. Подписка на канал, лайки, дизлайки, вопросы, пожелания, все приветствуется. До новых видео.